Привет всем! И сегодня я озвучу сообщение от Галактической Федерации самых высоких цивилизаций во Вселенной. Итак, когда и зачем прилетят инопланетяне на Землю? Последнее сообщение от них людям планеты. Итак, людям планеты Земля осталось ждать совсем недолго до открытого появления в небе инопланетных кораблей. Инопланетяне сообщили, что это очень важное событие и так долго ожидаемое событие для них самих и для людей, жителей планеты Земля, которое произойдет в самое ближайшее время. Они не сообщили месяц, день и час, когда это произойдет, но по их словам, кавычки, в самое короткое время, очень-очень скоро. Это может произойти в любой момент. Зачем, наконец, они открыто появятся в небе над землей и будет контакт с землянами, с этой многострадальной планетой Земля. Конечно же, это многострадальная планета Земля по вине людей, которые создают все эти страдания и ужасные события. Вместо того, чтобы жить в мире и созидать, развиваться и помогать друг другу, люди на планете Земля создают оружие, чтобы потом уничтожать друг друга. Некоторые люди ведут себя очень плохо. Охваченные дьяволом биологические роботы, бездушные, которые создают ужасную жизнь для людей на всей планете и для всей планеты в целом. Итак, инопланетяне прилетят для того, чтобы рассказать людям, как был создан весь этот мир и вся эта вселенная, потому что сам Создатель, Бог, поведал им об этом. Как вы называете его Бог, но во всей вселенной называют его Создатель. Инопланетяне на протяжении веков наблюдения за развитием планеты Земля готовы наконец, подвести итог развития людей на этой планете. А итог не самый хороший. Духовно развито очень малое количество людей, как вы понимаете, верующих и религиозных людей на этой планете очень много, но вот по-настоящему духовно развитых очень мало. Верующие люди и ходящие в религиозные центры не значит, что они высоко духовны и что они очень хорошие люди. Они молятся, а потом идут и делают гадости другим людям. И даже делают убийства и создают войны. Вопрос: кому они молятся и в кого они верят? Ответ понятен. Точно не Создателю, не Богу. Итак, на протяжении многих веков шел обзор людей, но люди не прогрессируют и не понимают, для чего они здесь, на этой планете. Хотя Создатель посылал пророков на Землю, чтобы рассказать людям о том, как все должно быть на этой планете. Но, как видно, люди не слушают своих пророков. Всего лишь маленький процент людей достиг понимания и осознанности, для чего они здесь и для чего все это. За свою короткую жизнь человек должен понять, что здесь
люди находятся для того, чтобы развиваться духовно, для того, чтобы была любовь на планете Земля, как энергия движения и помощи друг другу, и тогда все будет. Сам Создатель будет благословлять и давать все таким цивилизациям, которым Он уже все дает и благословляет другие цивилизации во всей Вселенной. И поэтому у них есть все эти технологии, и они высоко прогрессивны. И возможность летать по всей Вселенной на красивых, самых высокотехнологичных кораблях, инопланетных кораблях. Люди могли бы все это иметь уже давно, но в основной своей массе люди не понимают, что важно в этой жизни, на этой планете. Люди не знают любви. Многие очень злые и даже готовы идти и воевать с другими людьми. Итак, инопланетяне прилетят на планету Земля, чтобы взять с ними всех хороших, достойных людей, тех, у кого есть в сердце любовь и сострадание, те, кому чуждо слово «война» и приносить какой-то вред другим людям. Те, у кого есть в сердце любовь. Остальные останутся на планете Земля. Планета Земля станет адом для них, потому что произойдут ужасные природные катаклизмы на этой планете, которые приведут к вымиранию всего человечества. И это станет адом. И нет. Те, кто творит зло, которые творят зло, не думайте, что сможете просто запрыгнуть в инопланетный корабль и полететь с самыми высшими цивилизациями на другие планеты, чтобы себя сохранить. Вы не сможете притвориться хорошими, чтобы они взяли вас с собой. Это невозможно. Инопланетные высшие цивилизации, они могут видеть, кто есть кто, и они знают, кто есть кто. А если вы попытаетесь атаковать инопланетян, то будете обезврежены в тот же момент. Угрожать оружием или даже атомной бомбой инопланетянам не получится. Людям не получится угрожать инопланетянам. Это невозможно. Но если кто-то и не верит в это, то вы сами убедитесь в дальнейшем, когда они появятся здесь. Итак, это были последние сообщения от самых высоких цивилизаций на этот момент. Подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за дальнейшими сообщениями. Задавайте вопросы, пишите комменты. Всем мира, любви и добра. Развивайтесь духовно, живите любовью. Все, у кого есть агрессия, давите ее в себе. Пытайтесь понять, что это дьявол, который пытается овладеть вами. Любовь — это ваше истинное спасение.